Глава администрации Александр Кузьмичев лишился одного из своих замов. Заявление об уходе по собственному желанию написал Константин Бочаров. И уже в прошлую пятницу он занял точно такую же должность, но в Сергиевом Посаде. Именно из этого города чиновник когда-то приехал в Иваново. В городе невест он успел поработать заместителем губернатора, руководителем аппарата областного правительства, председателем совета директоров Ивановского областного банка. Находясь в последней должности заместителя главы администрации, Бочаров курировал вопросы строительства, наружной рекламы и прочее. По словам Александра Кузьмичева, кандидатура для замены Константина Бочарова пока не найдена.